Еще членов жюри – это лауреат международного конкурса «ЗАЦИН», председатель предметно-цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра музыкального колледжа Института искусств» Галина Викторовна Галь. И еще подойдет, я дополнительно объявлю, потому что очень хорошие музыканты, очень отзывчивые люди, грамотные специалисты, и я не могу их не объявить. Вот. И мы, я думаю, с разрешения членов жюри, может быть, даже и продолжим прослушивание конкурса. Участник под номером 2. Оркестр Шарлыкской детской школы искусств. Евгения Дербенко, старинная гравюра. Русская народная песня «Ах, улица, улица широкая» в обработке Викторова.